На Дальнем Востоке. Явка на Дальнем Востоке сейчас выше, чем во время предыдущих избирательных кампаний. Об этом журналистам заявил полпред президента в регионе Юрий Трутнев. Он отметил, что на Дальнем Востоке реализуются сотни инвестиционных проектов, строятся социальные объекты. И добавим, что сам федеральный чиновник проголосовал сегодня в Якутске. Отдать свой голос он решил в стенах Северо-Восточного федерального университета. Еще раз добавлю, что на данном участке уже проголосовало более 400 человек. Каждый человек должен для себя сделать выбор. Он просто читает по утрам газеты и смотрит телевизор, или он сам впрягается в какую-то работу, что-то пытается сделать для себя, для семьи, для страны. Выбор – это тоже большая часть вот того, чтобы поучаствовать в жизни страны, чтобы сделать что-то важное. Даже, наверное, самая важная часть, потому что мы выбираем президента России. Свой гражданский долг выполнил и глава субъекта Егор Борисов. Ранее он сообщил в эфире нашего телеканала, что будет голосовать в Доме дружбы народов имени Кулаковского в Якутске. Цитата. «Мне нравится видеть радость представителей разных народов, и поэтому принял решение голосовать именно в Доме дружбы народов. Я сам выбрал этот участок», — сказал Егор Борисов. «Мы, республика Саха-Якутия, как в целом по стране, строим демократическое гражданское общество. И мы наблюдаем, что в последние годы наши люди стали очень активны по разным аспектам общественной жизни. Они выражают свое мнение, не боятся уже высказать свою позицию. Это очень хорошо, это очень важно. Я хотел бы подчеркнуть, что все-таки, если мы хотим единение, если хотим развития, то мы должны быть сплоченными. Если сегодня каждый сам по себе, идя на выборы, думает о будущем, о развитии, то, я думаю, сделает правильный выбор. И сегодня, в этот прекрасный солнечный мартовский день в нашей Якутии, хочу, чтобы каждый избиратель участвовал в этих выборах. Но я еще раз напомню, что явка в Якутске составила 5,7%. Люди активно приходят на выборы и исполняют свой гражданский долг. На всех участках работают наблюдатели. Депутат Госдумы Галина Данчикова одной из первых пришла на свой избирательный участок. Для всей страны знаковое событие. Я думаю, что сегодня мы все проявим свою гражданскую позицию, пойдем на выборы и сделаем свой важный выбор. Конечно, это стратегия развития нашей страны. Мы каждый ответственный за это развитие.